есть ли тенденция учителей все очень добрые, очень интеллигентные, и да, они, это ясно, что они любят преподавать. Да, когда ты понимаешь русский язык, это огромная радость. Да, здесь очень легко познакомиться с многими людьми из разных стран, и поэтому у меня сейчас уже очень много друзей. Мне это удобно разговаривать с преподавателями, я никогда не стесняюсь, я всегда могу с ними даже поболтать после урока, и даже наша культурная программа – это отличная вещь, просто можно посещать город. Есть много музеев, и не только Петербург, есть тоже много возможностей поехать за город, в Павловск, в Пушкин и даже в Выборг, по-моему. Я люблю Лиденитенс школу, потому что она очень хорошая школа, преподаватели здесь очень приятные, и Санкт-Петербург – это очень красивый город. В Лиденитенс есть настоящий русский опыт. Я считаю, что можно жить в одном из самых красивейших городов в мире, и в то же самое время можно выучить русский язык вместе с другими иностранцами и тоже познакомиться с русскими. Обязательно вам нужно приходить сюда и учить русский язык в Лиденитенс. Это самая прекрасная школа в Санкт-Петербурге и в России.